Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба поручил руководству Министерства внутренних дел установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте ГАИ «Канал» с целью предотвращения передвижения граждан между районами Абхазии. С 9 часов вечера 30 марта МВД приступила к выполнению данного поручения. Наша съемочная группа отправилась на пост ГАИ «Канал», где силовыми структурами района был установлен кордон. Помимо силовиков, здесь присутствуют структуры МЧС и дежурит врачебная бригада ЦРБ города ГАУ. На данный момент главной задачей является минимизировать межрайонные миграции населения нашей страны. На постах производить фильтрацию больных и граждан, у которых наблюдается повышенная температура тела. Созданный штаб осуществляет свои функции по защите населения от коронавирусной инфекции и принимает все необходимые меры по локализации жителей, которые въезжают в Галский район из-за пределов страны со стороны госграницы ПСОУ. Их будут сопровождать бригады скорой помощи с границы до места жительства. Все посты будут измерять температуру всех проезжающих людей, граждан наших. Вот. Меры предпринимаются очень серьезные. Они направлены на то, чтобы обезопасить наши страны, наших граждан, наших людей вот, от возможных таких вот людей, которые перемещаются вдоль нашей трассы. Председатель районного штаба, исполняющий обязанности главы района, проинформировал население о дополнительных мерах, предпринятых правительством и штабом. Сегодня исполняющий обязанности президента Валерий Рамшохович Бганба ввел комендантский час с 20 часов вечера до 7 часов утра. А все остальное время в течение дня будет просто ограничено движение. Ну, на сегодняшний день это просто вынужденная мера. И прежде всего это безопасность всего района и всей республики. Все жизненно важные объекты в районе осуществляют свою деятельность. Это продуктовые магазины, аптеки, больница, автозаправочные станции, банки и, естественно, все госструктуры. В районе ситуация спокойная, нет никакой паники. Кроме того, созданы и запускаются волонтерские бригады для помощи социально уязвимым слоям, информирования населения, помощи штабам. В Доме культуры, например, волонтеры шили маски. Ответственные службы вновь обращаются к гражданам с убедительной просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы района своего проживания.